Здравствуйте. Всю жизнь мечтали вас поздравить. Илья Николаевич, знаете, прежде чем поздравить вас с юбилеем, мы хотим сказать, что в название вашей организации закралась досадная опечатка. Оно должно читаться не «Центр культуры Урал», а «Центр культуры Урала». Потому что иначе невозможно назвать место, где проходили встречи с Борисом Николаевичем Ельциным, концерты Земфиры, группы «Наутилос», где мы все встречаемся на культуранке. Мы хотим нести в свой скромный вклад ваш титанический труд. Мы награждаем вас вот этой клубной картой. Вы теперь участник клуба держателей информационных привилегий. Теперь вы и все сотрудники Центра культуры «Урал» имеют право на экспресс-обслуживание, на безграничное информационное обслуживание в любое дня и ночи. Илья Николаевич, с юбилеем вас! А Илья Николаевич знатный ночной читун, знаете ли! Спасибо! Спасибо! И давайте завершим!